указывалось, что если верхняя губа составляет одну часть, то нижняя губа будет составлять 1,6, то есть не в два раза больше, ну, практически в полтора, скажем так, раза нижняя губа должна быть все-таки больше, чем верхняя. Были даже времена, когда была такая мода, когда и верхняя губа, и нижняя губа были одинаковые по высоте своей, и многие пациентки приходили и говорили, что хотят избирательно увеличить либо только верхнюю губу, либо увеличить верхнюю и нижнюю губу, но так, чтобы они по высоте были идентичными.